друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей. Для тех, кто ждет выпуски по психологии, я спешу вас обрадовать, скоро я их насниму целую кучу. Снимаю в основном их на тему тех вопросов, которые вы задавали в комментариях, а сейчас мы поговорим о правильном питании. Соответственно, дорогие друзья, питание у нас будет не просто правильным, оно нам будет помогать снижать подкожно-жировую клетчатку. И для мужчин, которые все-таки хотят поддержать мышечную массу, да и для девочек, да, которые переживают, возможно, за свою мышечную массу. И очень много, да, информации в интернете о том, что когда вы худеете и делаете это неправильно, страдает позвоночник, потому что лишается своего мышечного корсета, да. Спешу вас обрадовать, что данный вид питания, он, соответственно, никак не нивелирует свойства вашей мышечной массы. И, соответственно, на нем вы можете даже набирать эту мышечную массу, ну, до определенных пределов, конечно, речь не идет о бодибилдинге, все, у нас речь о здоровье, о фитнесе, поэтому здесь, конечно, такой корреляции в сторону каких-то огромных объемов гипертрофии мышечной гигантской не будет. Но, тем не менее, до нормы на этом питании вполне возможно добрать вес мышечной массы, имеется в виду, конечно. В том, что мы должны освоить две таблички. Первая табличка будет называться гликемический индекс, и вторая – гликемической нагрузкой. О том, что такое гликемический индекс, более подробная гликемическая нагрузка, мы поговорим, если вы мне об этом напишите в комментариях, если я увижу, что эта тема интересна. Но в целом, это история про то, как гликемический индекс, соответственно, как долго распадаются сахара, а гликемическая нагрузка, ну, как быстро они попадают в кровь, да. Ну, опять же, это я очень утрирую, очень просто говорю. И, соответственно, о всех этих отличиях, да, и чем-то они схожи, эти два показателя, в чем-то есть их разница. Еще гликемическая нагрузка – это, конечно же, история о количестве принятых углеводов. Вот об этом нужно не забывать. Поэтому, соответственно, вот эти вот все вещи какие-то, мы их обсудим в других видео, да, чем эти два показателя отличаются. А сейчас вы можете просто себе записать, что нужно пользоваться этими таблицами. И первое, что еще нужно записать и запомнить, да, что гликемический индекс у нас должен быть не выше 75, а гликемическая нагрузка не выше, ну, не выше 19 точно, но идеально, если у вас будет вообще выше 17, гликемическая нагрузка не повышаться. То есть вы все продукты смотрите, если продукт у вас по гликемической нагрузке выше 17, да, вы его не кушаете, если он уходит за 19, вы его уже 100% не едите. И, соответственно, если у вас гликемический индекс точно так же выше 75, вы этот продукт не едите. И есть такой лайфхак для пограничных продуктов, которые находятся, ну, допустим, как белый рис, да, очень много споров, 75 гликемический индекс. Соответственно, у некоторых круп индекс выше 75, мы их не едим, такие как манка, гликемический индекс у нее 85 равен, то есть мы ее уже не едим, да, об этом не забываем. А вот у тех продуктов, где гликемический индекс 75, как у, допустим, белого риса, яркий пример, мы туда добавляем жиры какие-нибудь, да, это могут быть животные жиры, мясо как-то вместе с этим рисом, если готовилось, да, это может быть какой-то десерт в виде арахисовой пасты. Арахисовая паста, конечно же, должна быть в чистом виде, без сахара. И когда мы добавляем туда жиры, можно омегу-3, соответственно, туда докинуть, да, в белый рис. Ну, не в смысле в сам белый рис, а до приема. Желательно жиры вообще можно и нужно либо во время приема, либо сразу после приема, а лучше и до приема, да, закинуть с этой омегой-3. Потом, допустим, мы поели этот белый рис там с грудкой или даже без грудки, но лучше с грудкой вместе. Да, потому что там тоже жиры, и на заебчику мы скушали арахисовую пасту. И вот эта вот вся история у нас будет гораздо дольше усваиваться. Гликемический индекс, соответственно, будет понижаться таким вот образом.
Ну и, соответственно, такой вот лайфхак на понижение гликемического индекса у продуктов пограничных можно использовать, дабы снижать гликемический индекс слегка пограничных продуктов. На самом деле, хотелось бы сказать, да, что это питание, оно максимально будет способствовать вашему здоровью. В профилактике диабета второго типа участвовать. Вы видели, что я на канале очень много уделяю этому внимания, да, и приличная специализация этому способствует, да. Хочется больше говорить о диабете. Но, дорогие друзья, не забывайте, что в целом диабет – это состояние, когда ваши инсулиновые рецепторы уже, ну, второй диабет, они плохо воспринимают ваш инсулин, да, это, соответственно, называется инсулинорезистентностью. И, соответственно, первый диабет, когда уже, ну, не работают наши рецепторы, не работает наше, соответственно, восприятие инсулина. Это, опять же, очень коротко я говорю сейчас для того, чтобы вам как-то вообще, для тех, кто не знает, какое-то основное понимание иметь. И в чем же дело, да, почему я говорю о диабете и вроде бы выпуску о похудении, о здоровом питании. Дело в том, что в современном техногенном обществе все люди приобретают некую инсулинорезистентность. И есть еще такое понимание, как возрастная инсулинорезистентность, то есть она с возрастом накапливается. Чем старше мы становимся, да, вы замечали, что, соответственно, у людей старшего возраста, да, ближе к уже пожилому возрасту, накапливается больше подкожно-жировой клетчатки. Это связано, конечно же, не с возрастом напрямую, это связано с нашей культурой, с нашим бытом, с привитыми привычками неправильными питания, да, и с возрастом, так как мы питаемся неправильно, постепенно вот этот эффект неправильного питания накапливается, рецепторы инсулиновые накапливают инсулинорезистентность. Ну, как это выглядит? То есть, смотрите, коротко, чтобы вы понимали, как вообще эта схема работает. Соответственно, если вы съедите очень много какой-то пищи, которая содержит сахар, к примеру, или какие-то другие быстрые углеводы, да, все, что с высоким гликемическим индексом, с высокой гликемической нагрузкой, у вас будет повышаться выброс инсулина. И ваши рецепторы, которые воспринимают этот инсулин, да, напомню, что инсулин – это гормон, гормоны сами по себе не работают, у каждого гормона есть рецепторы, на которые он воздействует. И вот инсулин воздействует на свои рецепторы, и, соответственно, если вы очень большим таким объемом давите на инсулин, это очень похоже на то, что вот если стоит компьютер, и я на вот эту кнопку буду нажимать не пальцем, а если большим сахаром я спровоцировал, да, выброс, ну, большим количеством сахара принятого, да, или высоким гликемическим индексом выброс инсулина, очень похоже на то, что если бы я вот так вот бил по кнопке. Что будет происходить с кнопкой, если я так начну по ней бить? Ну, конечно же, она сначала сработает, и вы на компьютере увидите тот же самый возможный эффект, как если бы вы нажали пальцем, да, ну, вот, стукни я один раз кулаком, может быть, в принципе, этот эффект, он и произведется точно такой же, или на кнопке там что-то на компьютере высветится. Но, соответственно, если мы так сделаем многократно, что произойдет с кнопкой? Ну, она сломается, да? То же самое с вашими инсулиновыми рецепторами. Через какое-то время из-за высокого выброса инсулина они просто ломаются. И, соответственно, для того, чтобы нам их починить, благо в организме этот процесс обратим, и мы можем, соответственно, нивелировать фактически полностью, особенно преддиабетовое состояние. Ну, у нас по статистике каждый, ну, третий человек, у него такой преддиабет, высокий сахар, вы можете даже общий анализ сдать, глюкозу сдать, посмотреть, что утром у вас будет вместо, хотелось бы, ну, хотя бы 4, да, сахара, у многих пятерочка стоит, да даже 4,5 – это уже очень большая глюкоза, и нежелательно это для организма, да, с точки зрения классической эндокринологии. Вот. И, соответственно,
соответственно, чтобы убирать инсулинорезистентность, убирать вот этот высокий сахар в крови, нужно не ограничивать себя в калорийности, а ограничивать себя просто-напросто с низким гликемическим индексом. Есть продукты с низкой гликемической нагрузкой. И, дорогие друзья, будет вам счастье. Есть вы можете вообще все, что угодно, вот все, что вписывается в эту табличку, а поверьте, вы ее изучите, вписывается туда очень много. И очень-очень рекомендую вам попробовать данное питание. И, соответственно, для тех, кто уже попробовал, пишите ваши комментарии, каких результатов вы добились. А те, кто не пробовал данное питание, соответственно, приглашаю вас вместе со мной попробовать. Пишите, задавайте ваши вопросы в комментариях. Я уже сам на таком питании нахожусь, вот уже скоро будет 1,5 года полностью. Я и раньше грешил, полностью исключил быстрые сахара в любом виде. И, соответственно, быстрые углеводы, точнее. И, соответственно, вот качество жизни мое улучшилось. И могу сказать, что и самочувствие мое тоже улучшилось. Ну, подробнее об этом, я думаю, что я расскажу в других видео, да. А сейчас тайминг, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши вопросы в комментариях. Ну и, конечно же, жду всех на моих консультациях по скайпу, вайбере, ну и, в общем, в любых других мессенджерах. Да пребудет с вами здоровье, друзья.